Всем привет! Сегодня первый день лета. Опять общая разминка, как обычно. Сегодня буду делать рывок сплинтов. Посмотрю, что с этого получится. Проверю, что с моим подрывом. Как я рассказывал, в подрыве у меня сформировалась гематома, потому что я, давно не рвал, 3 года не тренировался. Здесь как 2 месяца занимаюсь, гематома не проходит, подрыв у меня хлесткий, от того с непривычки и шишечка, и воспаление этого, и, короче, и пошло. Так что смотрите, буду сегодня рвать, и посмотрим, что сегодня нарву. Взял на 74 подхода, 4 подхода на 90 по 2 раза. Почему 4? Основная тренировка — это разминка. Я, в принципе, 40 минут разминаюсь и минут 20 только рву серьезные веса. От того не игнорируйте длительной разминкой, потому что в ней вся сила. Сейчас старался показать вам фазу именно седа, встречи штанги в седе. Нужно рвать в сед садиться, так как примерно садится вертолет. Он сначала быстро садится, и когда касание, как у нас касание в седе, также плавно нужно заранее ловить и потихонечку садиться в сед. Это чтобы у вас была возможность не впритык рвать, чтобы локти не поломало, а рвать так, чтобы была возможность амортизировать и мягко сесть, и чтобы ни локти не поломало, и не травмироваться. Давай. Еще спрашивают, если, например, подрыв на бедре, не подрыв не на лобке, как говорится, а на бедре, рывковый подрыв, то что могу посоветовать? Это плохо, штанга из-за этого будет лететь намного меньше. Я же говорю, даже размазывать нельзя подрыв. Подрыв должен быть щелчком. Чисто вот, подрыв, ширина подрыва, вот должна быть. Как исправить? Возможно, берите или хват чуть-чуть шире, получается, чем шире хват, получается, тем выше позиция штанги. Тем уже хват, тем она, получается, здесь висит. Или есть такое выражение коренное штангистское: терпите до подрыва. Если хват хороший, и вы просто делаете его низко, терпите до подрыва. Сделал 4 подхода на 10, 4 на 10 и 4 на 30, вот сейчас 40. Делаю тягу толчковую, потому что подрыв болит. Сейчас сделаю только тягу толчковую. Но это не так уж и плохо. Сделал я тягу 190 кг без подходов по 3 раза толчковую. И сейчас еще хочу поприседать минимально килограммов 160-190 по 3 подхода по 5 раз. Но я думаю, на этом все. Так что не забывайте подписываться, ставить, не забывайте лайки.
Обязательно буду делать, выпускать новые видео. Я для кого стараюсь. Так что все, всем удачи!